Дорогие друзья, сейчас мы находимся на территории между домами Фрезеновская 26 и Фрезеновская 32. Это тот самый участок, где в прошлом году мы отменили полумиллиардный контракт и остановили точечную застройку. Практически это единственная зеленая зона, оставшаяся среди каменных джунглей, построенных здесь. Еще с 2014 года, когда мы шли на выборы, мы получили задание от избирателей заниматься этой территорией, и люди сказали, что они хотят парк. Мы целенаправленно отстаивали, проведя в 2015 году большое исследование градостроительных норм и доказав, что здесь огромное нарушение, что эту территорию необходимо сохранить. И вот в прошлом году, когда здесь решили застроить, мы, сумев объединить жителей, доказав властям то, что здесь строить нельзя, добились отмены контракта. Это была наша общая победа, и сделали мы ее вместе с вами. И вот 9 месяцев назад жители захотели сесть за стол переговоров с властями. Они сели за стол переговоров с теми самыми лицемерами, которые устраивали им эту застройку. Вот уже 9 месяцев они слушают обещания о том, что здесь вот-вот когда-то будет парк. Хотя 25 августа прошли публичные слушания. Жители высказались за то, чтобы здесь была зеленая зона, категория R1. Но власти, депутаты проигнорировали это. 25 ноября они отменили данное решение, по сути, наплевав на мнение жителей. Они плюнули им в лицо, иначе и не скажешь. И вы знаете, вот уже 9 месяцев они слышат ложь и обещания. Да, им говорят, не общайтесь с Доможировым, потому что это политический вопрос. Не общайтесь с ним и не делайте ничего для него, тогда мы вам что-то сделаем. Но сейчас уже абсолютно очевидно, что вам врут. Нагло врут и издеваются. А я вам могу сказать честно, мы добились этой победы, отмены контракта, когда объединялись и выходили людьми на митинги, встречи, на многочисленные собрания. Мы побеждали. И побеждали именно потому, что мы требовали. Победу нельзя вымаливать, ее нельзя просить на коленях. Вы должны требовать ее. Вы должны выйти 26 марта на митинг и потребовать ответа, когда власть сделает здесь зеленую зону и оформит Фрезеновский парк абсолютно официально. 26 марта в 14 часов, Воровского 66.